Израиль нанес ответный удар по объекту Хамас. Израильская авиация ответила на новый ракетный обстрел с территории анклава. ВВС Израиля атаковали военный объект Хамас на юге сектора Газа, в ответ на новый ракетный обстрел, информировала армейская пресс-служба в Твиттер. В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации Хамас на юге Газы, отмечается в сообщении израильских военных. Напомним, 1 января в Израиле засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны. Как сообщал корреспондент НЭТ, после решения США признать Иерусалим столицей Израиля, палестинское движение Хамас заявило о начале третьей интифады. По материалам сайта news.com.